jour après jour. Очень сложно. А может, не играет? С голосом не очень сочетается. Очень сложно просто это. Сейчас уловить можно. Почему я не нажал сначала? А. Одна игра, и второй голос. Да. Второй голос, да. Чисто так. Боже мой, как это трогательно выглядит, как мне жаль, что я не видела это, но я обязательно посмотрю по телевизору. Ну и расскажите же про себя, в какой родственной связи вы состоите друг с другом, скорей. Нет, мы не брат и сестра, хотя так все думают, но мы приехали из города Воронеж. И... А там все братья и сестры? Нет. А как вас зовут тогда? У меня лично там 25 родственников. Меня зовут Юлия Серенько. А меня Колесников Артем. А сколько вам лет? Мне 12. А мне 11. Класс. А как так получилось, что вы вместе стали выступать, ребята? Мы просто учились в одной музыкальной школе. И наш преподаватель решил сделать из нас дуэт, потому что мы очень похожи, у нас очень похожие голоса и тембр. Ну пока да, пока похожи, нужно петь вместе. Они действительно потрясающе сливаются. Очень красиво. Спасибо. Ну и надо сказать, отдать должное, конечно, молодому человеку. Ты же у нас, да, держал второй голос. Это было очень чисто. Молодец. Да. Большой молодец. Такое особенно, прям голосоведение было прямо... Особенно, когда вы, конечно, вышли в мою любимую модуляцию, буквально, и сделали это даже чище, чем предыдущие интервалы. Хотя и они были на пятерку, но здесь было 5 с плюсом, конечно. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Вашего педагога когда-то посетила прекрасная идея, конечно. К сожалению, вот дорожки две, вас тоже двое, но вы не можете так один к одному, другой к другому, поэтому... Есть хорошая новость, третья дорожка не горит, потому что все ходят к маме обычно. Вот. Но у нас с Димой шансы увеличиваются, но тем не менее поделились на два. Но выбирать все равно придется. Леонид, да, и, кстати, заранее говорю, разделиться не получится. Да. Это хорошо, очень хорошо. Это хорошо. Но нам нужно немножко посоветоваться. Давайте, конечно. Сделать вид, что вы советуетесь. Шучу. Мы, наверное, выберем Леонида Агутина. Вот. Ну, дети мои. Руку. Хорошо играешь, молодец. Ну, привет. Лучезарные молодцы. Прям поздравляю вас. Поздравляю, поздравляю. Скандинавская группа. Скандинавская группа, да-да-да-да-да-да. Моя печаль не знает границ. Твоя печаль? Так клево смотреть на Леню, когда у него начинается вот этот вот хищный взгляд наставника. Да, да. Глаза подопущены. И сразу раз, все вообще, так прям как на взрослом, только... Угу. И все, там уже, вообще. Молодцы! Молодцы!
Молодец! Ребята, к вам повернулись двое. Вот если бы я пел, ко мне бы повернулись все, чтобы просто посмотреть, что за звуки там сзади, да. Я вас очень поздравляю. Я рад, что вы вместе, вдвоем соберитесь, обсудите, чем можно удивлять дальше, поскольку каждый раз мы должны удивлять, каждый раз. И возвращайтесь. Основное впереди. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Счастливы, ребят.